День добрый! Здравствуйте! Студия керамики молодежного клуба «Олимп» и Анна Борисовна снова с вами вместе. Сегодня я хочу вам показать вот такие интересные вещи. Это украшения. Украшения во все времена, во всех народах не оставляли равнодушными не только женщин, но и мужчин, потому что лучшими ювелирами, лучшими исполнителями всегда были мужчины, а лучшими моделями для украшений были, конечно, женщины. Хотя в разные времена и в разные народы было что-то по-разному. Но сегодня я вам принесла вот такие вещицы. Кулон деревянный, ручная резьба. Кулон металлический, травление, кулон из полудрагоценного камня, в обработке из кожи. Ну а мы сегодня, конечно, сделаем свое изделие из глины. И у нас будет с вами керамический кулон. Поэтому берем с вами белую глину нашу замечательную. И начинаем с того, что, конечно, катаем шарик, да. Ничего нового. Все как всегда. Наше любимое, известное, то, что мы с вами умеем и любим делать каждый раз заново. Но поскольку повторение мать учения, то каждый раз наши шарики становятся все ровнее и ровнее. И становятся они ровными. Быстрее и быстрее, потому что наши руки привыкают работать быстро и четко. Ну ладно, тем не менее, шарик мы скатали, кладем и разминаем. Немножечко разминаем в какую-то заготовочку в виде лепешечки. Да, все печем лепешечки. Я сегодня предлагаю вам сделать кулончик с применением отпечатка. Вот смотрите, кусочек, да, опять же. Ну, вообще, кружева вязаные я вообще очень люблю, потому что, во-первых, это очень мягкая структура. Она всегда очень хорошо ложится на глину. Хорошо впечатывается, ее можно расправить. Вот. Ну, и потом она просто красивая. Ну что, прокатываем? Давайте. Такую вот мягкую я беру скалочку картонную и вкатываю. Если вам не очень нравится, как вкатывает скалочка, значит, можно взять просто-напросто ладонью и вот так вот еще разочек хорошенечко вдавить. Видите, как я вдавливаю такими короткими движениями? Не просто вот так вот расплющиваю, да, там, на кружевинку, а вот так вот короткими движениями, потому что каждый раз я смотрю, что я сделала. Смотрю, что я сделала. Что сделала. А сделала, наверное, все уже в порядке. Хорошо. В том самом, которым надо. И давайте-ка мы отсюда снимем. Ну вот, смотрите, что получилось. Получился отпечаток. Да, прямо как будто археологическая находка. Теперь мы с вами эту археологическую находку вот так вот очень аккуратненько вырезаем. Вырезаем аккуратненько с двух сторон. Вот. И убираем лишнее, как всегда. Убрали лишнее. Немножечко убрали, как вы помните, резкий край. Да, вот так вот резкий край мы немножечко с вами убрали. Вот. Вот так вот аккуратненько. Вот. Если где-то видите, что не очень хорошо подрезалось, значит, делаем второй раз подрезку и убираем вот эту ненужную грязь. Вот, ненужные кусочки, лохмотики все убираем. Так, вот такой вот фрагмент у нас получился, ископаемый. Ну что ж, теперь дальше. Будем продолжать. Значит, первым делом я предлагаю вам все-таки подумать о раскраске. То есть обязательно, если мы сделали печать, то, как вы видите, у нас образовываются кусочки
Ну вот и давайте эти кусочки немножечко, очень аккуратненько, как-то тронем цветом. Можно, конечно, взять нашу любимую губку поролоновую и пройтись ей прямо по верху. Но мы с вами себе удовольствие увеличим. Мы действительно, как ювелиры, будем заниматься раскраской. Этаким травлением. Травлением от губами. Так, ну давайте. Гамма цветовая, конечно, выбирается вами. Как авторами. То есть вы выбираете себе цветовую гамму, какую вы хотите. Какую вы считаете будет красиво сделать. Ну, я взяла вот, например, вот так. Только, пожалуйста, не берите очень жидкий ангуб. То есть постарайтесь, чтобы он был немножко погуще, чтобы он ложился такими вот прямо эмалевыми какими-то вещами. Да, здесь. Ну-ка. Так, кисточка у меня, конечно. Ух, какая толстая. Ну-ка, здесь у меня... Ой, а коричневая еще толще. Надо искать какую-то тоненькую кисточку. А тоненькие кисточки у меня уже... Так, ну еще я возьму, наверное, вот такой вот цвет. Вот такой цвет сейчас я возьму и пройду немножечко им. Значит, старайтесь очень водянистую красочку не брать. Она начинает затекать в промежутке между рельефом. И, конечно, получаются у нас такие вот кляксочки нехорошие. А все-таки это ведь украшение. Значит, нам нужно с вами так очень аккуратно, очень подробно, очень детально и внимательно все открасить без всяких клякс. Вот сделала я уже кляксу вот здесь. Вот такую вот кляксочку я посадила, это плохо. Лучше бы было бы все без них. Ну что же, вот такая вот у меня красотуля получилась. Что дальше? Дальше есть еще боковые части, да, и дальше есть серединочка. Выбирайте, что лучше. Хотите, чтобы было нарядно празднично? Давайте сделаем беленьким. Хотите, чтобы было как-то более, так сказать, солидно и вечерне? Ну, сделаем коричневым. Или разнообразные опять оттенки всех, кто идет по кругу. То есть и беленьких, и коричневеньких можно. Ну, посмотрите, такой вот, прямо такой вот блеск пошел, да, такой жемчужный блеск пошел. Вот, ну а здесь, наверное, можно пройтись вот так вот как-то чуть-чуть. Лишь слишком толстая получилась у меня кисточка. Вот. А теперь еще вот здесь какие-то маленькие кусочки, там вот где-то кусочки что-то выкрасить, да? Вот, ну и, конечно же, можно еще посадить что-нибудь такое, чтобы было контрастным, да? Ну, куда? Ну, например, вот сюда. Ну, например, вот сюда. Вот как-то вот так. По-моему, водянистая слишком краска. Немножко вот такой вот вариант можно сделать. Чуть-чуть, может быть, здесь даже тронуть. Или не надо было этого делать. Ну. Ну, уж сделала. И, по-моему, сделала не очень, да? Правда, хорошо. Ну, ладно, все, закончим на этом. Далее, что мы делаем далее? А далее мы делаем вот что. Мы берем кусочек глины, отодвигаем пока наше изделие на гипсовую досочку. Берем кусочек глины и катаем из него приличную такой длины жгутик. Приличной длины мы его раскатываем, чтобы он был длинненький-длинненький. И хватило нам его, хватило вокруг всей нашей красотули, уже готовой. Она ждет своей рамы. Наша работа ждет своей рамы. Поэтому не будем ее огорчать, нашу работу. Сделаем ей хорошую раму. Вот я раскатала жгутик, а теперь я делаю вот так. Смотрите, я ставлю руку ребром и делаю вот так.
Я могу проехать, конечно, скалкой, но мне бы очень не хотелось, чтобы у меня были разная ширина везде. Поэтому я беру вот так вот рукой, аккуратненько все это. Можно пальчиком вот так вот, да, вот размять пальцем, можно размять пальцем, что тоже возможный вариант. Вот, ну, уже привыкла разбивать ребром. Ну, можно пальчиком. После пальчика, конечно, остаются у нас следы, как вы понимаете. Но их тоже можно убрать. Вот так вот. Вот растерли, растерли, растерли. Превратили. Вот. И сняли. И посмотрели. Ага, с этой стороны у нас вот что, а с этой вот что. Какую сторону берем, решать вам. Какую сторону берем. А теперь намазываем торец. Обратите внимание, белым шликером мы намазываем торец. Кулоны с отпечатками, с оттисками чего-либо очень интересны. Конечно, могут появиться очень интересные фактуры. Можно, конечно, наполнять кулоны дополнительными шариками, кусочками, колбасками, улиточками тоненькими. Ну, безусловно, мы, может быть, еще и вернемся к этой теме и попробуем что-нибудь еще. Так, ну что, смотрите, вот готово, да? Готово. И мы с вами делаем вот что, смотрите. Мы делаем вот так раз, и делаем петелечку. Небольшую петельку мы делаем. Вставляем туда трубочку, чуть-чуть ее разбираем. Примерили петельку, теперь намазали вместе соединение шликером. И вот так вот прижали. Ну а дальше идем вокруг кулона. Вот идем вокруг нашего уже готового кулончика. С одной стороны. Теперь идем с другой стороны. С другой стороны. Убираем немножко то, что лишнее. Вот. И соединяем здесь два конца. Вот. И прижимаем все очень хорошо. Со всех сторон прижимаем. Вот. Ну, а то, что у нас осталось, вот этот вот маленький кусочек, да, который остался, ну, просится он куда-то у нас сохраниться. Значит, мы можем взять вот так вот, вот, смотрите, и закрутить его. Вот так вот закрутили, закрутили, закрутили и оставили улиточкой. Что тоже, в общем-то, для природной как бы атмосферы внутреннего состояния нашего кулона очень даже неплохо. Пускай будет вот так. Ну, что у нас получилось? Получился листочек? Или получилось перышко какое-то своеобразное? Изнаночная сторона. Изнаночную сторону обязательно мы подмазываем. Смотрите, мы ее убираем в ноль обязательно. То есть мы выводим это все в незаметный шов. Вот так вот, незаметный шов. Вот со всех сторон проходим, проходим. Можно пройти пальцем, можно пройти инструментом, то есть как хотите. Как хотите. Инструментом даже, может быть, получится и глажи. Лишнее подобрали, убрали потом вот этот весь резкий край, как обычно, да, мы делаем с вами. Вот. Ну и вот, пожалуй, что можно сказать. Осталось только нарисовать авторское клеймо. Все. И ваша работа подписана. То есть вы уже стали авторами-исполнителями вот такой вот вещи. Еще, если хочется, пожалуйста, можно чуть-чуть, посмотрите, сделать какой-то элемент вот такой вот плавности, да, элемент плавности, пожалуйста. Только это надо делать очень аккуратно, чтобы не поломать край, не порвать его. Лучше, конечно, когда наша вот эта вот окантовочка, рамочка идет какая-нибудь более мягкая, из мягкой глины. Ну, кусочек у нас был жестенький такой, жестенький кусочек. Можно сделать еще и тоньше. Можно пальцами придать вот такую вот тонкость, да, тонкость придать. И тогда, конечно, гнуться окантовка будет лучше. Самое главное, не перестарайтесь, то есть не переусердствуйте в тонкости изделия.
Хочется, конечно, да, ювелирная какая-то вещица такая, подобие ювелирной. Хочется, чтобы она была тоненькая. Но самое главное, не перестарайтесь, потому что пережмете, придется делать все заново. Можно, конечно, провести здесь еще и что-то беленькое, осветить немножко краешек, то есть дать такой блик. Блик на краю. Блик на краю, да? Можно сделать темным, можно голубым. Ну, взялась я за белую кисточку. Вот. И уже сделала белым. Вот, ну и улиточку эту тоже на кончике тоже покрасили. Ну ладно, и петелечку тоже заодно, одним махом. Вот, хотите сделать край рельефный? Пожалуйста, можете сделать край рельефный. То есть ничего, вот аккуратненько вот так вот пройти. Не хотите, не надо. Хотите сделать где-то немножко рельефов вот здесь по бокам? Пожалуйста, кстати, это будет неплохо, смотрите. Правда, да? Так, как-то вот сразу чуть-чуть даже какой-то интерес дополнительный организовался. Такой вот даже вопрос, а откуда, зачем, кто сделал такие полосы, какой зверек тут побывал? То есть... Всегда какой-то элемент вот такой вот необычности, непонятности, он всегда привлекает, естественно, тоже к изделию, потому что хочется понять, а как это сделано, а кто это сделал, зачем это сделано. И, в общем, любой вопрос, он всегда больше располагает к рассматриванию любой вещи, тем более, если это ювелирная какая-то вещь, если это тонкая, если это украшение. То есть, чтобы это было с каким-то определенным смыслом сделано. Ну что ж, друзья, вот, наверное, и все на сегодня. Вот, наверное, и все. Можно понаделать листиков вот или таких вот как бы форм абстрактных разных характеров. Можно осенние, можно зимние, можно летние. Можно вообще однотонные, просто когда рельеф будет сам собой уже создавать определенные светотени и глубину. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь увидеться с вами еще и еще не раз в наших интересных встречах. Всего хорошего. Удачи вам. И творческих замыслов интересных. Ну и, конечно, воплощений. До свидания.